Всем привет! Сейчас мы попробуем вместе с Гульнур Жакен прочитать несложные скороговорки. Если получится, читайте вместе с нами. Итак, поехали. Скороговорун скороговорил, что все скороговорки перескороговорит. Но всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Сшит колпак, но не по-колпаковски. Вылет колокол, но не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать. Надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. Проверь, перепроверь, проверенное, перепроверенное проверяющими. А потом протокол про протокол протоколом запротоколируй. Баркас приехал в порт матрас, матрос принес на борт матрас. В порту матрас, матрас, матроса порвали в драке альбатросы. Спасибо за внимание. Всем привет! Сегодня Гульнур Жакен решила окончательно добить мою нервную систему и принесла несколько скороговорок. Сейчас мы вместе с ней попробуем их прочитать. Ну что, начнем? Поехали. Скороговорун скороговорил. Стой. Ну что, начнем? Китайцы, начнем? А что? Нормально будет? Нормально, нормально. Блин, ты так классно сказала, а я все испортила. Сори, все. Готово? Всем привет! Сегодня Гульнур Жакен решила добить окончательно мою нервную систему и принесла кучу разных скороговорок. Сейчас мы вместе с ней попробуем их прочитать. Ну что, поехали? Мне, говорит, не до смеха. Сказала она 5 дублей назад, да? Все, все, прям не говори мне, начнем. Не говори мне вообще, начнем. Ничего не говори. Ничего не говори, сразу начинай. А то я сейчас буду смеяться. Все, извините, ребята. Это можно в конце вставить потом куда-нибудь. Нет, типа, не надо. Не получившийся дублей. Нет, ты можешь это сделать, но не надо. Не нужно. Итак. Подожди ты. Вы зря, вы свое время теряете, не надо мне такие вещи говорить. Я честно, я полчаса буду смеяться, я себя знаю уже, сейчас не могу собраться. Все. Мне еще это писать самую длинную. Мара, я смотрю вот на низ твоей майки, мне такое ощущение, как ты маляр. Да, так и задумано. Маляр. Все. Давай, погнали. Блин, жарко. Фух. Раздевайтесь. Все. Это не то видео. Да. Так, не тряси камерой. Запись идет, правильно? Да. Всем привет. Сегодня Гульнур Жакен решила добить мою окончательно нервную систему. Нервную, что это снял? Всем. Подожди. Ой, устал уже. Поехали. Пожалуйста, Саша. Всем привет. Сегодня Гульнур Жакен решила окончательно добить мою казахскую нервную систему своими русскими скороговорками. Итак, начнем. Скороговорун скороговорил, что все скороговорки перескороговорит. Но всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Сшит колпак, но не по-колпаковски. Вылит колокол, но не по-колоколовски. Надо колокол переколоколовать. Ой, что я читаю? Колокол. Все, блин, Марат, потерпи, пожалуйста, блин.